Брунчуков Степан Васильевич. Родился 28 декабря 1912 года в селе Купринка Духовщинского района Смоленской области. После окончания 7 классов школы работал бухгалтером в райфинотделе, инспектором госдоходов. В 1943 году Брунчуков был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. К февралю 1944 года сержант Степан Брунчуков командовал отделением саперного взвода. Отличился во время освобождения Белорусской ССР. 29 февраля 1944 года к востоку от Витебска Брунчуков вместе со своим отделением успешно проделал проходы в проволочном заграждении, после чего без потерь провел роту через минное поле. 18-20 марта, несмотря на массированный вражеский огонь, лично минировал подходы к советским позициям. 20 марта 1944 года Брунчуков был награжден орденом славы третьей степени. К апрелю 1944 года Брунчуков стал старшим сержантом. Во время боя в районе села Серкизов Турийского района Волынской области Украинской ССР 30 апреля 1944 года Брунчуков со своим отделением захватил вражескую траншею, лично уничтожив две пулеметные точки. В том бою его отделение уничтожило несколько десятков солдат и офицеров противника. 5 июля 1944 года Брунчуков был награжден орденом славы второй степени. 18 июля 1944 года к селу от Владимира Волынского отделение Брунчукова проделало 4 прохода во вражеских минных и проволочных заграждениях, сняв в общей сложности около 130 мин различных систем. Всего же за время своего участия в войне Брунчуков лично снял более 200 мин, проделав 15 проходов в минных полях, а также уничтожил 7 дотов и поставил более 10 минных полей на передовой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявление в борьбе с немецкими захватчиками старший сержант Степан Брунчуков был награжден орденом славы первой степени за номером 544. После окончания войны в звании старшины Брунчуков был демобилизован. Проживал в городе Сафоново Смоленской области, работал главбухом в автохозяйстве. Умер 15 апреля 1980 года. Похоронен на кладбище в Сафоново. Был также награжден орденом Отечественной войны первой степени и рядом медалей за взятие Берлина, за отвагу, за освобождение Варшавы и за победу над Германией.